дальше сейчас состоится поездочка. Очень интересное место, это Высоколитовск. Оно находится около польской границы. И дальше он будет очень, еще интереснее. Сейчас я иду покупать билет не до Высоколитовска, а покупаю именно до Малориты. Еще все еще в Малориту. Туда автобус, туда сначала поездом, потом автобус. Сейчас куплю билет. Поедем в Высоколитовск.
прикольный. Мне понравился. За это ставьте лайк. Сейчас я на обзор вокзала маленький. Поедем обратно. Какой вокзал? Такая тут еще вокзальная площадь. 10:19 она назад отправляется. Тут даже ничего сожжавистского. Очень зеленского. Честно, я уже немного вздохнул с облегчением. Я думал, сейчас, блин, будет какой-нибудь пожарный контроль или там что там такое, наподобие этого. А именно, типа, знаешь, вот как раз помню, в Гудагае ездил. Ехал в Гудагае. Сразу зашли в электричку пограничцы, блин. Чуть бы пиздюли, чуть бы там люлей не схлопотал, блин. Паспорт проверили, сказали, какой-то подозрительный тип. Ну, слава богу, все обошлось тогда. Думал, тут такая же фигня будет. А тут нет, оказывается, все спокойно. Все спокойно. Вот это меня радует. Вот такой музей. Дальше, вот там уже граница, там уже все на Польшу. Вот такая у нас станция. Вот это тоже.
уже. Бываем в БС тоже. Сейчас увидим на последней ветке тоннелесов и литовских, которые идут прямиком на Польшу. Именно на Тереспольке. Такой дизель, обычный дизель до Хатислова, но я прям думал об этом. Иду дальше. Такой вагончик сойдет. Сейчас найдем местечко. Вот и оно. Нет, тут флаги в основном. Thank you.
Thank you.
Следующие станции этого дизеля пойдут по гранд-зоне. Там предпоследняя станция какая-то есть. То она уже идет как по гранд-зоне. Центральная площадь. Вот автобус. Это, кстати, автобус на Брест идет. Так он, ну, только у меня на 16.00, это 15.40 будет, получается. Но он будет опять на 4 минуты раньше, чем мой. Мой вообще экспрессом идет. Очень быстро, то есть очень быстро. Это вокзал. Вот туда, кстати, на Хатисло. Автобус. Привет, меня, собственно, в Малавите. Такой, так что тут красивенько сделан. Даже поинтереснее, чем в Белоруссии. Вообще круто. Поэтому сейчас ждем какую-нибудь шутку на Брест и едем назад. Это моя маршрутка. Это моя маршрутка. Шутки мы сразу бегом на поезд. Надеюсь, успею. Ну да. Это вот в сторону границы ехать.